Всем привет, друзья! Сегодня готовлю очень вкусные и сочные запеченные кабачки с помидорами в сметанном соусе. Присоединяйтесь. Измельчаю 3 зубчика чеснока. Добавляю соль по вкусу и 100 грамм сметаны. У меня 15% жирности. Перемешиваю. На мелкую терку натираю 70 грамм сыра сулугуни. Тоненькими кружочками в несколько миллиметров нарезаю один кабачок, у меня весом 350 грамм, так как он молодой, я кожицу не счищаю. Также тоненькими кружочками нарезаю 3 средних томата. Форму для выпекания смазываю растительным маслом. Теперь каждый кружочек кабачка смазываю соусом. Выкладываю немного натертого сыра, сверху выкладываю томат, укладываю в форму. Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут, смотрите по своей духовке. Запеченные кабачки с томатами в сметанном соусе готовы, они получаются очень вкусными и сочными. Прекрасное полезное блюдо для всей семьи. А вам я желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.